Сёння ў Гомелі заклалі сквер народнага адзінства. Усяго ў ім плануецца пасадзіць каля 400 дрэў. Падрабязнасці ў матэрыяле нашых карэспандэнтаў. 94-й мікрараён на карте Новобелецкого района з'явіўся адносна нядаўна, а таму выбор месца, дзе закладзены сквер, здаецца цалкам лагічным. У новых мікрараёнах звычайна няшмат зялёных насаджэнняў. Да пасадкі дрэў запрасілі прадстаўнікоў прадпрыемстваў, арганізацый і грамадскіх аб'яднанняў, якія ажыццяўляюць сваю дзейнасць на тэрыторыі Новобелецкага района. День народного единства – это национальный праздник, не побоюсь этого слова, которого ждут с радостью и надеждой все белорусы. И я думаю, что еще один праздник в календаре позволит нам объединить наши все силы в одно единое направление, которым сегодня занимается не только общественное объединение «Беларусь». В знак этого мы сегодня высаживаем эту маленькую тую и надеемся, что она принесет удачу, надежду нашему народу. Сегодня у скверы народного одинства высадили каля 40 туй. У наступным побач з'явятся бярозы и клёны. Створить скверы, які з часам мяркуецца пераутварыць у место отпачынку, плануецца на протягу некалькіх гадоў. По падліках архітэктару, для реализации проекта спатрэбіцца каля 400 дрэў. Каждый год 17 сентября этот сквер будет пополняться новыми деревьями, будет разрастаться новыми интересными задумками, архитектурными формами и скамейками. Мы приглашаем всех неравнодушных граждан нашей страны, нашего города присоединиться к этому празднику. И всем хочется пожелать мира, добра, благополучия и благих деяний на благо нашей замечательной, родной, независимой Беларуси. Олег Сенцюров, Александр Лупиненко, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».